Он взлетел, чтобы увидеть, кто против чистоты. Дрон экологов заметил свалку в старом Шигалеево Пестричинского района. Бутылки, мешки, пластик. Весь бытовой мусор во враге. Давно образована была, да, то есть старые жильцы какие-то, допустим, да, выбрасывали мусор, и он слежался. Следующее место, через откуда мы всегда ходим, по мостику. Там и дети проходят школы, мы ходим непосредственно. Там тоже такая же ситуация. То есть там мусор, там мешки большие. Оно просто летом зарастает большим бурьяном. А вот сверху видно все, и то, что заросло травой, и то, что специально скрывают от глаз человека. Дрон – это уже незаменимые глаза экологов. Его дальность полета порядка 500 метров. Вроде такое расстояние можно преодолеть и ногами. Но когда двери закрыты, а заборы высокие, помогает только вид с воздуха. Так в объектив попали и владения Рената Шигабеева. Доски, осколки стекла и куски металлопрофиля. Предприниматель тоже за порядок и чистоту. Говорит, вывести вовремя мусор не успел. Больше стекла не принимали. Вот потому оно сюда приехало. Мы туда не имеем права его в эти бытовые отвозить. За мусор Ренат Шигабеев получил предупреждение от экологов. Пока у него на конвейере резали стекло для окон, инспекторы могли ранить бизнес Шигабеева болезненным штрафом. Мусор залежался на его втором участке. Здесь никто не работает с 2014-го. Допустим, если вот у меня живая территория была, живое производство было, я же говорю, было бы все иначе. А здесь, дай бог, справиться с тем, что вот я же сказал, вот я за полтора года открыл два производства новых направлений. Явно видим в ходе облета, что именно на данной территории идет складирование отходов. Это не единственная свалка в Арском районе. Захламлены земли и муниципальные, и частные. Это не означает, что мы построили большой забор, и любой гражданин имеет право за забором что хочет, то и делать. Все приведем в порядок, конечно, слов нет. Просто сам подход. Когда тяжело, мне кажется, более лояльно надо относиться. Экологи считают за первый факт предупреждения. Такова их лояльность. Если мусор вывезут вовремя, инспекторы готовы пойти навстречу. Альбина Винибаева, Ренат Сафин, Александр Лобанов. ТНВ, Пестричинский район, Арск, Казань.